финалист Николай, и я хочу предупредить вас, что у нас есть новшество. По выбору финалиста нашей программы, победителя игры, мы предлагаем два варианта финала. Первый вариант старый, наше карточное табло, открыть за одну минуту 8 пар карт. И второй вариант я привез из Америки, я летом был в Соединенных Штатах. Там есть игра The Price is Right, правильная цена, где финал игры у них выставляется какой-то товар определенного года или сегодняшнего дня, и к нему 8, 5... 3-4 варианта цены. Среди них есть одна правильная цена. Если человек угадывает эту цену, то он получает или суперприз, или тот товар, который он угадал. Понятно. Может быть, вы будете первооткрывателем? Давайте попробуем по-американски. Ну что, давайте попробуем сегодня сыграть финал по-американски. И Николай в этом смысле будет первооткрывателем на российской почве. Итак, мы будем угадывать правильную цену того товара, который нам предложат сейчас мои ассистенты по 36-му году. Пожалуйста, в студию. Товар 36-го года. Видно, что 36-го года. Спасибо. И цены. Я цены, с вашего позволения. Спасибо, Наташа. Я установлю вот сюда, чтобы было видно и телезрителям, и игроку. Как у вас со зрением, Николай? Видите, сюда все вижу. И судьи. Вот, товар, я думаю, что уже понятно, объяснять не надо. Итак, сколько в 1936 году стоили валенки? Итак, у вас есть секунд 15-20. Ну что? Я думаю, 12 рублей 25 копеек, 75 копеек каждый. 12 рублей 75 копеек каждый. То есть 25 рублей 50 копеек пара. Ну что ж, к сожалению, валенки, а ту и холодную злую пору были подороже. Валенки стоили 40 рублей 00 копеек. 40 рублей. Вот. Но я хочу позволить себе, вы финалист сегодняшней программы. Если бы вы сейчас угадали, вы бы получили наш комбайн. Вот, но поскольку вы финалист, я хочу, чтобы вы внимательно следили за ходом игры «Эль Клуб» на телеэкране. Я хочу вам подарить сегодня телевизор. Вадим из первых получает этот телевизор в награду «Эль Клубе». Этот телевизор ваш. И теперь я хочу вам... Спасибо, Наташа. Я хочу задать вопрос. Сэкономили, оставили ли деньги для игры на рулетке? Сэкономил. Сколько у вас? 10 фишек. 10 фишек. Пройдемте к рулеточному столу. Я выдаю вам, поскольку у вас джинсовый костюм, фишки будут голубыми. Проверьте, там должно быть 10. Делайте ваши ставки. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Числа нет. Спасибо большое. Мы возвращаемся к нашим призам. Ну что, я еще раз хочу поблагодарить от телезрителей, от себя лично, от клуба, от зрителей студии вас с выходом в финал, с вашим, я надеюсь, замечательным подарком, который долгие годы будет радовать вас. А посредством этого телевизора мы будем встречаться еще чаще в клубе. Спасибо вам большое, Николай. До новых встреч. Спасибо вам. Итак, спасибо всем большое, спасибо игрокам, спасибо зрителям студии, спасибо телезрителям. Мы с вами прощаемся до следующей среды. Эль-клуб закрыт до среды. До свидания.